можно прыжками. Я случайно дотронулся до одного электрического провода, и меня как долбануло электричеством. Тюрьма острова Альбатросов. О, новые заключенные. Рад вас видеть. Вы никогда не сможете сбежать из этой тюрьмы. Будете сидеть 1000 лет в ней. Спасите меня. Рита, Рита, смотри. Нас посадили в тюрьму, тут тараканы бегают. Фу. А где Рита? Папа, а я где-то за картой. Чё? Ребята, Рита куда-то провалилась. Ладно, сейчас я тут упаду. О, вот она, ребятки, вот она. Слушайте, нас сегодня снова посадили в тюрьму, и нам надо сбежать. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Чтобы у нас все получилось, давайте, ребят, сейчас прям влепим лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. 3. Молодцы. Фух, давай посмотрим, что в камере. Значит, так. Тут котенок замечательный. Тараканы. Отвратительные тараканы. Какие-то ужасные острые бревна катаются. Ужасная раковина. Тут что? Коробки, по которым можно залезть, и наручники, которые можно собирать. Ага, наручники. Да, все, пошли в окно. Я собрал одни наручники, слева снизу написано. Так, в окно, все, выход. Написано. Сбежали. Остерегайтесь полицейских акул. Вода кишит ими. Вон так, там, это они, наверное, шипы. Погоди, смотри, можно идти вон туда на лестницу, а можно спрыгнуть вниз. Я пойду вниз попробую, ладно? Я пойду по топотушкам. Оу. Ну все. Меня опять посадили в тюрьму. Ладно. Пошли по топотушкам. Пойдем по следам, да. Топотушки. О, смотри, что там. Там какая-то фиговина сидит. Офигеть, в тюрьме. Ладно. Это, может, из радужных друзей украли. Не знаю, я сейчас от первого лица попробую туда пропихнуться. Не, не получается. Ты где? Я тут, где лестница. Наверху? Тебя. А, да. Отлично. Тут чекпоинт. Чекпоинт. И это слизь, аккуратно, не наступай на нее. Я уже ее попробовала. Вкусная? Не очень. Наверное, тебя она разъела, да? На части. Скушала. Смотри, там какие-то черепки летят. Подожди, подожди, проверить нужно. Проверить нужно, что там. Ой, не нужно проверять, так. Что там. Все, нужно паркурить. Погнали. Давай здесь перепрыгиваем. Осторожно, я чуть не сорвался. О, вот кнопочку нужно нажать. Покрутил. Все, бежим, не зная, что это на время, наверное. Нет, это без времени. А, наверное, штучка. Чекпоинт какая-то появился, еще покрутить. Так, я покрутила, и что делать? Опа-ча. Так. Попробуем вернуть. А еще покрутится? Я посмотрю, может быть, по трубам надо лезть. А как залезть на трубы? Вот отсюда и вот так как-нибудь. На давай, стрелочку. Давай, попробуй залезть. А нет, дверь открылась, возвращайся назад. А! Вот сюда мне мешают тут. Проходим. А тут прям по стене можно было пройти, она вон чуть-чуть. О, смотри, я нажал еще одну кнопочку и спустилась кислота. Вау, классно. Вау, прикольно придумано. Так. Рыба, смотри, тут вся, у нее проблемы какие-то. Бедная рыба. Еще одна бедная рыба. Так, заходим. Так. И чё? И чё тут клетка какая-то? Что же нам делать? И куда идти? Ничего не знаю. Даже непонятно, может... Стрелки показывают вот сюда. Ага. Но мы отсюда пришли. Так. Не, по доске мы пришли. Вот здесь спустила. Здесь была кислота, понятно. Мы поняли, что делать. Так, найдите скрытую кнопку. Скрытая так, кнопка. Может быть, она где-то. Я нашел, да, она под столом. Она вообще изи, легкая. Вот. Все, я прошла. Нажала? Да, чекпоинт еще нажала. Слейте кислоту, чтобы сбежать. Да тут инструкции есть, что делать. Пропусти. Все, понятно, бежим. Обходи охранника и найди ключ. Обойди охранника и найди ключ. Так, охранник обошел. Нет! Он меня схватил. Охранник, обойдешься. Да он меня ловит без перерыва, я не успеваю родиться. Ты, негодяй. Оббежать охранника. Найти ключ. Ты нашла ключ? Он со мной бежит. А, бежит. Отлично. Нет, он меня убил. Что? Почему? Он теперь просто машет рукой и бежит за мной. Я нашел ключ, но куда идти-то? А, вот. Вон там вот дверь, можно прям... пройтись тут по второму этажу. Так, погоди, по второму этажу. Все, так, я взяла ключ и открыла дверь. Все, я тебя жду. Тут нужно прыгать вниз. Вниз прыгать. Ладно, я иду наверх. У тебя же ключ есть? Вроде есть. Вот, о! Смотри, сидит эта штука. Привет, кто тебя посадил в тюрьму? Иду.
здесь закрыто. Вниз прыгай. Прыгнул. Ключ. Прям на голову кому-то. Есть! Все, я тебя ждала. Привет. Открывай, тут Рита погнали. Такая сидит. Так, о, тут эти... Какие-то штуки, да? Такие. Да. Поднимаются. Ты меня сбил одну. Голова закружилась. Ты меня одну сбил. Тебя одну сбил? Нет, ты мне одну штучку сбил. Как? Не знаю, ты запрыгнул и сбил. Ладно. Так, это одновременно двигаться. Здесь можно прыгать. Опа, выбиваем. На, есть. Выбили. Так, все, побежали. Кому-то прокатились в пузо. На горке чуть-чуть. Так, кто-то сохранился. Нас съел? Нет, это просто в подвал провалились. А, все, это... А можно выбраться легко. Лава, а где? А вот, смотри, просто хоп, поднимаешься наверх. Укатываешься. И обратно скатываешься, бам-бам-бам. Я думаю, лучше пройти паркур. Давай, я думаю, пол это лава. Так, прыг, скок, прыг, скок, прыг, скок. Прыг, скок. Прыг. Скок, прыг. Скок. О, здесь огненные, осторожно, огненные шары летают. И человека только что сожгло огненным шаром просто. Да они какие-то... Рита, всё, давай, я вижу тебя. Я дошла. Так. Ой, что, я тут приплюснула, ребятки, я куда-то попал. Так, ты где? Ой. О, у нас одинаковые штучки. Да. Класс. Ой-ой-ой. А! Чуть не сорвался. Опасно прыгаешь. О, наручники, наручники. Где? У тебя сколько наручников? Один. И у меня сейчас два стало. Рита, скок? Мне кажется, сейчас нас прыг. Ждет необычное приключение. А, я уже полетела. Нас сейчас пульнут в пушку. А! О! Я решила отдохнуть. Я не успел посмотреть, что пролетело. Рита, хватит там. Чё ты валяешься? Фу, смотри, тут реально мухи летают над мусоркой. Смотри на этого. Чё с ним? Я не знаю. Это чё с тобой, чувак? С тобой всё нормально? Всё нормально. Ой. А чё? Он совсем немного дерётся. Вот, смотри, просто паркур пройди и всё. Ладно, просто пройти паркур. Всё, я обошла его. А, он бестолковый, да? Да, даже не бегает. Меня прям мечом зарядили. Он в волейбол нами только играет. Не нами, он играет мечом, но просто надо бежать и все. Бежим. Так, отлично, зачекпоинтнились. Опача. Так, я сейчас просочусь аккуратненько, стрель от первого лица. Упс, не получилось. Надо было запрыгнуть. Не получилось. Так, кнопка, смотри, давай нажмем. Давай, лазеры отключились. Так, это хорошо, дальше опять паркур. Да здесь можно просто пробежать. Сохранился. Все, отлично. Так, здесь снизу есть какие-то супы варятся. Да, так. Ой, ой, оно отваливается. Вот эта вот серенькая, она отвалилась. Так, ну мне кажется, надо не просто сбежать, надо снизу побегать. Бумс. Так вы действительно думали, что вы сможете сбежать из моей тюрьмы? Очистите мои столы, и я позволю вам сбежать через кухню. Ага, нас скинуло. Так, консерву. Бери консерву, Рита. Берешь? Консервы нужно брать? Да, надо брать консервы. Их тут 4-5 штук. Так. Да, перекусить консервами заключенных. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Собрали 5 и открылась дверь. Привет, тетка. Ням-ням-ням. Она из другой, кстати, из другого побега. Это повариха какая-то. О, коробки, я он, взяла. Он теперь безопасен? Эскайп с коробками. Ух ты, мы обычно... Ребят, мы... Единственные блогеры, которые любят убегать с коробками, да, с трубами, со всеми, со стульями, с досками, с кубиками. А в этот раз мы будем убегать с коробками. А у меня что-то... А, бросьте нажать кнопочку. Ой, я упала. Запрыгнула. Бросьте. Взяла коробку и пошла. Ты взяла коробку? Она упалась что-то. Она не берется. Я взял... Она выпала. Защита от папы и дочек, ребята. Да. Разработчик защитился. Так, что куда тут? А, здесь лабиринта нет, здесь все в порядке. Так, так. Чекпоинт. Вот. О, смотри, тут игрухи. Все, я к игрухам. О, милый котенок, только ему рот зашили зачем-то. Будь осторожна, тут такие... Ой, мне уже хвостик порезало. Давай, очухивайся. Слушай, этот чувак очень себя любит. Он картины свои развесил. Да а вообще. Вот у него дочка вроде нормальная. Все, пойдем. Ух ты, присоединяйтесь ко мне на чаепитие, если хочешь... Внутрь, дорогая. Так. Наручники, Рита.
Где? Третий, здесь. Я не наручники. Я не видела. О, вот, все, вижу. Видишь, так, да? В домике. Все, пойдем. Погнали. Так. О, чекпоинт. Все, и смотри, мы же тут были, только мы... Были снизу, точно. Так. Я осторожно прыжками. Я случайно дотронулся до одного электрического провода. И меня... Как долбануло электричеством. И пришлось заново бежать. Ой, тут снова коробки. Где? Вот здесь. Так, отлично. Одна коробка только. Это маскировочная коробка. А, да? Типа, можно через лазеры пройти? Не знаю, сейчас проверим. Да, лазеры пропускают коробку. Только ты у меня без коробки. А почему мы здесь были с тобой вообще-то? Ой-ой-ой. А, мы же чекпоинтились. Все, просто рейс. Зачем? Нам в другую сторону просто идти. А я куда-то делала коробку, она у меня провалилась. Замечательно. И что? А, ты и так прошла. О, здесь конфетки крутящиеся. Ням-ням. Ой, кажется, чё, это не ням-ням. Ням-ням-кнула? Чуть-чуть. Тебя конфетка по голове чуть-чуть аккуратненько. Фух, так, и тут еще паркур. Да ну! По леденцам. Меня постоянно сносит. А мне повезло, я быстренько так прошла. Хоп-хоп и готова. Ага, я пока бессмертный. Тут шоколад. Ой. Пока что бессмертный, потом... Ой. Нет, я все-таки тут погибаю. По кружечке. Где ты? Куда ты спряталась, Рита? Все, я в вентиляции тут. Так, вентиляция. Так, а были здесь наручники какие-нибудь? О, привет, пойдем. Привет, так, тут вентилятор. Идем вверх. Куда-то, непонятно, от первого лица пойду, так понятней. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, ножницы. Мы уже почти в самом конце, класс. Так, зачем нам ножницы? Подарок для тебя, давай поиграем снова, дорогой. Во что ножницы поиграем? Ножницы я взял. А, так, и что делать? Разрезать веревочку. А, ой, я испугалась, тут пацан стоял просто. Опа, я такой захожу, такой крутой, такой зашел, такой. Ты правда думал, что сможешь сбежать из тюрьмы, спрашивает меня начальник тюрьмы. Пора возвращаться в свою камеру. У него, кажется, что-то со зрением проблемы какие-то. О, у меня базука! Надеюсь, а, он своими наручниками нас сносит. Это уже сложновато. У него миньоны тут появились. С тобой опасно шутить. Миньоны. Какие миньоны? Вон, маленькие полицейские. Не надо нам миньонов. Сейчас я его разнесу. Так, вон там мини-полицейский. Есть, я снес его. Вот, ребятки. Так, я тоже чуть-чуть... А, миньон на меня напал! Да, а у меня написано освободить всех заключенных. Я нажал, и почему-то тут сплошные попадают. Смотрите, кто вышел. Ого. Так, я упал куда-то. Так, я его победила. По-моему, я в вулкан попал. Ты упал. Я нажимаю на какую-то кнопку. Я жду. Слушайте, а нарисовано очень прикольно здесь вокруг. А вон город какой-то. И нам куда? Туда, что ли? Смотри, сколько лежит. Вертолетная площадка. Так, что? Ты как туда попал? Я просто запрыгнул. Так, тут зиплайн. Зиплайн. У-ху! Летим. Йоху! Спрыгнуть, слава богу, невозможно. Ой, кажется, я пролетаю крышу дома. О, чекпоинтнулся. Так, я тоже. Кораблю. Все, бежим, сейчас бежим. А, отлично, тюрьма острова Альбатросов. Все, я уже еду. Я плыву, ой, я отплавался. Я лучше не подпрыгивать. Потому что это чревато последствиями. Так, запрыгивай сюда. Ребятки, все, снова поплыли. Иду вперед. Так, все, я приплыла. Ура, я победила. Мы с тобой победили. Серьезно? Че, конец? А где остальные наручники-то? Почему всего три? Не знаю. Во, папа, и смотри, я лечу. Раз, два. Посмотри, я сверху. Вот, да ты бегаешь просто ножками. Смотри, какие салюты, фейерверки мне. Все, мы молодцы. Первый раз я вижу, что заключенного так встречают. Так, давай посмотрим, куда там идет этот портал какой-то русалки. И... Ё-моё, я на каком-то корабле плыву. Так, смотрю сюда и... Это сирена, она поет и гипнотизирует меня. Всё, из-за этого корабль разбился, и я упал в
воду. Видимо, в другой раз нам придется с Ритой убегать от сирены в морском приключении. Поэтому подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Кто не поставил, да. А вы сегодня были на канале... Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа... Папа и дочка Рита. Рита, хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока. А откуда у нас такие футболки, сейчас увидите. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.